Опухшая Ольга Бузова не может ходить. Ольга Бузова приняла участие в съемках нового сезона «Форт Боярд». Не обошлось без травмы. Ольга Бузова опубликовала в Инстаграм несколько видео, посвященных съемкам развлекательного шоу «Форт Боярд». Поющая ведущая продемонстрировала форму, в которой будет участвовать в соревновании других членов своей команды и сам «Форт». Ольга призналась, что с детства любила эту передачу и попросила поклонников держать за нее кулачки. Не обошлось без травмы. Ольга Бузова показала опухшую ногу и пожаловалась на боль. «Поняла, что не могу ходить», — призналась звезда скандально известного реалити-шоу «Дом-2». Девушка сообщила, что у нее сильное растяжение и все тело в синяках. Отметим, что новым ведущим шоу «Форт Боярд» стал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Съемки обновленной версии передачи проходят во Франции. В телеигре участвуют 10 команд по 5 человек в каждой. За сокровища борется телеведущая Виктория Боня, актриса Анна Хилькевич, певица Анна Седокова, артист Михаил Шатце, хореограф Егор Дружинин, актер Сергей Светлаков и другие. На этапах соревнований знаменитостям придется встретиться со змеями, пауками и скорпионами. Игроки будут взлетать с помощью катапульты, окажутся глубоко под водой, почувствуют себя космонавтами, попадут в темный лабиринт и, конечно, разгадают головоломки от старца Фура. С участниками будут работать проводники по спорту и по смюрай, повар Вилли, тюремщик Мистер Б.У. и самая сильная женщина Форта Леди Б.У. Другие фотографии, которые мы не успели показать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Звезда уральских пельменей раскрыла секрет молниеносного похудения. Марку впервые вывела в свет двухмесячного сына. Слушай сюда, чувак. Разъяренные украинцы схватили Зеленского за горло. Очень тупой. Британский посол ушел в отставку после нападок Трампа. И многое другое.